судя по тому количеству людей, сколько здесь собралось, типа по-прежнему на волне популярности находится. Основные технологические тренды, которые можно здесь увидеть, это внедрение технологий 5G и умные города в том или ином виде. И это, я думаю, у нас будет ближайшей перспективой, заложено в госпрограмму на ближайшую пятилетку и будет реализовываться. И, собственно, каждый человек сможет почувствовать преимущество. Ну, 5G, это понятно, это большая скорость передачи, низкая задержка. Именно эта технология считается наиболее перспективной для использования при внедрении беспилотного транспорта за счет низкой задержки передачи сигналов. Умные дома, умные города – это непосредственно то, что может почувствовать каждый человек. Ну, в простейшем виде это просто сбор дистанционных всех показателей, счетчиков тепла, воды, электроэнергии. То есть нет необходимости ходить и сверять счетчики. Нет необходимости, как говорится, запоминать, а когда же мне эти показания снять. Все будет автоматизировано. Более того, анализ показаний счетчиков всегда может быть прогнозировать, например, аварийную ситуацию. Если мы видим, что неожиданно там суточный расход счетчика резко вырос, значит авария. Не надо ждать, пока там на поверхности земли появится лужа или еще что-то. И что касается форумной части, у нас довольно обширная деловая программа. Из этого я бы выделил, наверное, такие мероприятия, как в рамках Евразийского экономического форума ЕДФ. У нас очень большая секция на 2 дня по цифровым транспортным коридорам. Это цифровизация транспортно-логистической деятельности всей, подразумевающей под собой. То есть и замену всех сопроводительных документов в электронную, возможность полностью отслеживать место расположения там, транспортного средства или груза, проводить контроль, то есть, например, электронный протокол досмотра. Проверили на одном посту, предположим, ДПС. Следующий уже, он знает, что нечего проверять, его проверяли там 100 километров назад, и его можно пропускать как уже проверенного. Оптимизация, сокращение простоев. Какие еще интересно? Очень большая программа у нас по цифровой промышленности. И это индустрия 4.0, и смарт-индустрия, которыми у нас организаторами выступает Минпром, Минэкономики, тоже довольно интересная программа. Я думаю, будет интересно широкому кругу, не только профессионалов, но и любителей.